We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Всего пять месяцев. Потом эта организация, она называется здесь Кристалл. Потом эта организация по решению суда просто расстреляет моих детей. У нас есть всего 5 месяцев. Одним краем дошли до забора, до конца забора. Поставили, забетонировали столбы. Подготовили противоположную сторону, тоже забетонировали столбы и подготовили противоположную сторону под следующие вольеры. Не все, конечно, только наполовину. Те, которые перекошены, это просто те дырки, которые мы просверлили трактором.
Слава богу, трактор нам очень сильно помог. Так, гравий у нас еще есть на отсыпку, но это очень и очень мало. Сетки, ребята, нет. Сетку, какую привезли, почти всю уже оприходовали. А сетка нам, друзья, очень нужна. Ребята, за 4 месяца вот этих сделано очень и очень много. Сделан зимник. Правда, пока без вольеров. Но хотя бы зимник. У нас 10 бытовок. Нам надо еще 4 бытовки, чтобы закончить зимник. Еще 4 бытовки надо. Вот это место подготовлено для 4 бытовок. Это зимники малышей. Бытовки на 2 отсека, и в каждом сидит малыш. Строительный домик. Хоздвое-домик. В этом же хоздвое-домике у нас 2 отсека для кошек. Ребята, собак вывезли уже 400.